продолжается операция по разблокированию шоссе вдоль Аль-Кабуна. Операция состоит из двух фаз. Часть войск продолжает зачистку вдоль шоссе. Другая группировка, вклинившись в глубину района, будет продвигаться на север. Связав дома траншеями и подземными ходами и перегородив улицы баррикадами, боевики сделали Кабун единой крепостью. Используя средства видеонаблюдения, боевики видят наступающих. Это позволяет им перебрасывать силы с одного фланга на другой, как жидкость в сообщающихся сосудах, продолжая сопротивляться подразделениям сирийской арабской армии. Танк, сопровождающий транспортировку десанта, зачищает путь пехотинцам, нанося удар по разведанным коммуникациям и огневым точкам боевиков. Разбив баррикады, танкисты занимают позицию для прикрытия пехотинцев. БМП выходят на исходные позиции для высадки десанта. Одну из БМП дистанционно подрывают кумулятивной миной. В условиях плохой видимости действия экипажей нацелены на то, чтобы не дать боевикам добить пострадавшую машину. К счастью, кумулятивная струя бьет в моторно-трансмиссионное отделение. Никто на борту не пострадал. Машина высадила десант и своим ходом ушла из-под огня противника. Через пару дней ремонта БМП снова будет в строю. Тем временем пехотинцы вступили в бой внутри зданий. Боевики отчаянно пытаются удержать позиции, несмотря на потери. Ты за левым, я за правым. Ты за левым танком следи, я за правым.
الله أكبر بعد رجلك وبرش مكان حوالي БМП подвозят подкрепление. Под натиском солдат боевики решают сменить позиции. Танкисты заметили движение и сразу открыли огонь по бандитам. حسام ان شاء الله ورا ان شاء الله ورا بسرعه позиция оказалась очень удачной. Спустя несколько минут еще одна группа боевиков была расстреляна. Об ожесточенности сопротивления говорит и плотность огня боевиков. Десятки метров второй экипаж танка поддерживает десант справа, сковывает действия боевиков, не давая им бить по десанту. Грамотно действуя в бою, танкисты уворачиваются от выстрела из РПГ. Несмотря на поддержку танкистов снайперскими группами, боевики снова бьют из гранатомета. Но танкисты уходят и от второго выстрела. Потеряв возможность подбить танк, боевики пытаются ослепить машину, расстреливая снайперским огнем триплексы и прицел танка.
западнее направление основного удара, солдаты Сирийской арабской армии захватили командный пункт боевиков. Изъяты компьютеры с системами видеонаблюдения и карты. Полученные данные говорят о том, что близлежащие дома заминированы, и штурм может привести к большим потерям. Чтобы не рисковать жизнями солдат, командиры принимают решение расстрелять высотки прямой наводкой. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск.